Доброй ночи, дорогие друзья. Возможно, доброе утро вы, или доброго дня, или доброго всего, чего только пожелаете. Начинается трансляция сегодняшняя после трех, наверное, или четырех, возможно, даже дней перерыва. Сейчас, в ближайшее время, я буду стримить плотно, качественно. Не, качественно я не уверен, но плотно, в общем, буду стримить плотно. Каждый день, не факт, что долго, потому что, напомню вам, что будут скоро отборы на The International, на, в общем, квалификации, где я со своей командой Relax будем играть. И в связи с этим нам нужно тренироваться. Вот. Ну и по понятным причинам сейчас тренировочки в приоритете первым стоят. Вот. Поэтому, возможно, стримы будут не всегда долгие, но я постараюсь стримить днем, также стримить потом еще ночью в промежуток между тренировочками. Как-то вот так. Ну, а сейчас уже идет поиск игры. С нами Митяй, с нами Йоку. Давайте наберем конференцию и начнем катать. Добрый вечер. Здоров. Здоров, Митяич. Блин, только что-то соло, на самом деле, за это самое забаковал такой. Я ему говорю: Лех, пойдем играть. Он говорит: да пошел ты, я один буду играть, не нужна мне никакая компания, я сам в себе. Он страта не палит же. Страту. В разных командах играть. Страту разора. Не, ну молодец, конечно. Только вот он сразу начал собирать на разоре рефрешер, без агонима, я даже не знаю. Работает так, Митя, или нет? По-моему, агоним сначала лучше. Да вроде собрать. Как бы не работает. Можно вроде как это самое. Можно вообщечку. Кучу полезностей всяких сделать. Можно башни ломать с аганимом. А с рефрешером ты не будешь ломать башни. Да, ты тоже что-то про это слышал. Я вот играл сегодня на игру. Вроде в мидгейме разор ничего не делает, а вот аганим рефрешер появился, и все. Бэтрайдер такой цепляет под двумя ультами и умирает. Бывало и такое. Так, ну что у нас там? 2 минуты 40 секунд поиск, пока еще нет. Смотрю, вот как Лепёх тут играет. Да, это рефрешер, ну, Лёх, ну ёпты. Никогда будешь пересматривать запись, а я анализ своей игры. Ну, то есть он может отпушить крипов, например, в две этих волны. Да, слушай, а он присасываться два раза может? Да вроде как может. Да ну. И это вроде как даже стакается. Понял, интересная штука. Тут вопрос заехал, сколько у тебя битрейт стоит на дотке? Битрейт 3000, по-моему. Я особо-то и не менял, хотя, возможно, можно побольше поставить. Ну, вроде народ не жалуется на качество, так что... Я просто на полтора стримлю и не жалуются на качество. Ну да, да. Что же это уж излишки, Митяй? Совсем зажрались. Конечно, хотят больше и больше. Конечно, все больше и больше. Ну что, битрейт, а что, у меня пинус, что ли, размер увеличится? Нет, только от рейтинга ММР, так что... Так что повышаем рейтинг, Митяй, по понятным причинам. Да, нет, я только за. Ну все. Давно не проигрывал. Давно, походу, кроме Феникса ни на чем не играл. Нет, я вчера сыграл каток 8. На Фениксе, кстати, проиграл, а потом всем выиграл. Понял. Минус 700 рейтинг, спасибо, новый патч. Привет. Здорово. Привет. Так, я что-то думал, может, на каком-то конкретном герое поиграть? На Ишачке, перформансе. А, у меня же там перформанс. Да, ну его. Он теперь еще и замедляет. Так, ладно, короче, не буду думать. О, вот на этом сигнатурочка пошла. Там уже Баратрум, уже Шторм Спирит. Это меня никак не волнует. Давай что-нибудь придумаем. Хотя на СФ-чике, конечно, на этом особо не побудешь. Хотя, почему нет? Даггер, догон, там, форстаф, все вот это вот. Дагернулся, койл дал, на форстафе обратно, потом юлом, дожим, спиритбрейкера, все, в общем, как надо. Сколько у него я лагал? У него 3000. 3000. Блин. Не, ну ладно, пойду на мид. Там просто стример на миде будет. Думаешь? Ну да, сейчас даже зайду на его стримец. Тебе еще обнимашка будет приходить. Твич. И давать касты в тебе злые-злые. Так, ну-ка посмотрим, что там. Не обсуждаю, сейчас как раз помониторим немного. Ты можешь, кстати, не выключать его стрим. Не, ладно. А вдруг лагать будет? Это единственная причина, по которой я выключу стрим.
Тебе вард нужен в мид? Мне... Ты, я, походу, соло саппорт? Да, да. Да. Сам и поставишь. Господи, передайся ты уже. Как это без варда в мид? Я так не умею. Ну, то есть поставишь куда-то слева, куда-то справа, не знаю. Может, брат-рум будешь хотя бы видеть. Так, значит, и что мне еще такое купить? Йоку, может, посоветуешь еще, а то я это, новичок на этом чаре. Веточки, реген. Веточки, так, веточки. Есть? Столько ли поменьше? Я три беру. Ладно, все, три веточки. И фласочку. И фласочку, думаешь? Не, фласочку не надо, тангус лучше возьму. Тангус дороже. Позже готл принесешь на 15 калл. Ну что делать? Что делать? Зато у меня вон плюс 12 дэмэджа есть. Это хорошо. У нас вот БХ есть с вардом и ставком. Так, проверочка стрима сейчас. Все, все работает, все хорошо. Пауза, как всегда. Ну ничего, есть время выпить холодного чайку. Надо просвет купить. А, БХ, Вичту. Ну и же с этим, с вардами идет. Короче, я вот уже чувствую. Я такой бегаю, везде что-то делаю, меня хоп, Баунти Хантер подрезал, потом хоп, Шторм прилетает, хоп, за ним Баратрум. И Хекс еще Леон кидает, ребят, и ставит вард Вич Доктор. Нормально? Ну, не, звучит как-то не очень приятно. Мне тоже не нравится. И самое ведь противное, что Линкута тоже не собрать. Хотя, если собрать Линкута, Баратрум не будет разгоняться. Так, ну этот Гаврикон Вейс ушел. Ну, на этом Хардстоуна недоиграна партийка. Ханчет прям терпит до упора. Аренка, Митяй. Не, этот квест сделаю последний сегодня, опять побед на маге. Да ну перестань, зачем тебе оно надо? Ну, чтобы были бабки на аренку. Смотри. Надо просто на аренке выигрывать, чтобы бабки были, правильно? Ну, тяжело, я обычно просто начинаю играть и иду в доту. Параллельно, не забывая про Хардстоун. Понял. Так, а у меня здесь... Леон на миде, да? Да, но это нормально. Только вот не было крикочек вообще добывать. Опа, тычку дал ему, скинулись по тычке. Так, у меня еще брат-рум тоже с тапком пришел, двое снизу. Кенжи, он у меня сосать будет. Да дайте хоть крипа одного добить. Чертовы нейтралы. Одного добил, этого не добил. Ладно, с рейзами дело пойдет получше. Так, ты мне сейчас доиграешься. Так, меня вот так слышно? Доиграешься, я тебе говорю. Слышно, слышно. Отлично, просто этот, я потише себе сделал, чтобы фона не было. Понял. Так, вот этот первый или этот? Опа! А-ать! Ну ладно, ничего страшного. Так. А, ну, блин, а что он будет покупать на первые бабки? Гражданин Леон. Да я просто, ребят, на SF долго очень не играл. Поэтому вот Last Hit что-то не клеится совсем. Хотя, с другой стороны, против меня стоит Леон с двумя Clarity Potion, который пришел на мид. Я могу вообще, наверное, это не играть. Хотя, вон, сколько у меня? 3-3, крипстат. Нормально для первого раза? Не надо. Ой-ой-ой, First Blood. Что творят? Да, вообще тигры. Здесь курица никому не нужна, если видят. Смотри, ох, понес. Бах, бах. И что ты думаешь? Это Роня проповедник убивает. Бах. Не, ну пока вроде нормально. Только крипов надо добивать, наверное, еще. Ой-ой-ой, а курицу рьюс, ребят. Да, это я. Сейчас забрал. Вот и ласт хиты пошли уже 7-5. 7-5. 7-5. А, шутка инсайдерская. Мало кто смотрит будущее. Так, и бежит курица. Так, а у меня БХ бежит, и, наверное, с ним сейчас будет друг наш. Кстати, можешь мне сентри против БХ поставить? Любимый топ. Это я отдам ему. Хотя сейчас я вот лучше так сделаю. Бам. Ага. Ага. Ой-ой-ой! А, так что мне? Мне не страшно. Давай драться. Ага.
Электрик. Ну все, все, вот это, этого я смогу. Не, не смогу. А, не, легко, 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 нормально, нормально. Приступай полегче. Дай им шанс. Нормально, нормально, нормально. Может, тебе курицу апнуть? Курицу, давай. Слушай, а... Может, ты ее побудешь заодно? Давай. I will purchase bottle. Ладно. Или он, типа, хочет, чтобы в него положил? Да, типа, он тебе свозит его на базу. Свозит, походу. Я не знаю, что он сделал, короче, просто гопанул меня на ботл, получается. Сиди такой, изи. Изи мани. Изи лайф. Так, ну что, Леон, манку не хочешь пососать? Леон, будешь? Не будешь? Да нет. Так, ну, что он? А, ну да, забудет, похоже, мне банку. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Потому что было бы как-то некрасиво с его стороны. Шел, короче, БХ на одну тычку и умер. Побежал в бар и умер. По той же самой причине. Не знаю, веселые ребята. Проедает. Молодец, молодец. Так, а рунка сверху, да? Вот так вот. Вот так вот. Так, а шторм какой левел? Ой, четыре. Они вдвоем стоят. Йоку, Йоку. Да, голубь. Давай, давай. Есть. Я пошел. Все. Красивый байт сделаешь? Да. Бам. Бам. Что вы думаете? Что ты думаешь? Ёб твою мать, что ты думаешь? Проблемки нет. А он же тикнет еще раз потом. Ладно, все ради команды. А у него стиков много, так ты что-то. Ну ладно, еще шторма, главное, ликвидировали там. Ну, фрончик, нормально. Все. А у него ульта была, зажал. Крыса. Кстати, если бы он ультанул, он бы снизу убил бы Ратрума. Если бы он ультанул. Так. Ах, если бы. Угу, подкопчик дал. Так, ладно, что собрать сейфу? Вот он главный вопрос. Можно сэндж сразу бахнуть? Ой-ой-ой, Леон, снизу, с ДД сейчас будет. Господи Иисусе, Фурион, сделай же что-нибудь. Похоже, он не может. И он шестой, кстати. Но там очень хитрый клип, который разбивает ему ХП. Прохорашивает перед дракой. Ай, Леон! Да ты знал, ты знал. Чего он без тебя? Не знаю. Денег нет. А у нас, кстати, бара нету, Андрюс. Я, наверное, за спиной сейчас постою. Минутку. Давай, давай. Не близко ко мне, не трись, а то он почувствует наше напряжение. А ты кто? Прости. Я вот он. Это тот зеленый парень. Зеленый, это ты, да? Да. Хорошо. А то там, знаешь, могут пальца вонючего засунуть. Могут. То есть я через полуровня смогу не побрезгую, скажем так, им вставить. Понял, понял. То есть он не здесь уже, точно видно. Снизу ВД ушел на руну. Так, короче, я буду... Варды через 20-ку обновлю. Нормальным СФом буду. Значит, брусок, этот самый, акула. Все, по-мужски. Потом еще принесу себе пояс силы, сэндж. В общем, сила — это хорошая статистика для СФа. Если вкратце. А убивай ты чем будешь? Рукой. Ты посмотри, сколько урона у меня. Ну, не очень, не? В смысле, нормально, нормально, нормально. Давай. О, смотри, смотри, идут, идут. А шо, а там хпшечка-то уже какая, а? А хпшечка-то какая там уже? Короче, развел Леона на ульту, ребят. Сейчас пока пространство есть немного, можете побахать их. Слушай, Митяй. Да. Делаю предложение. Так. Как насчет того, чтобы пойти спиздить двух крипов и ТПшку мне купить? Здравая идея, давай. Давай, да. Давай, давай, давай. А если я бью просто БХ? Ну, тоже деньги, в принципе. Да, смотри, ну, оп. Только ради тебя спиздил трех куриц. Все, спасибо, спасибо. Только возьми тогда еще варды, если слот есть с нее же. Не, у меня нету. Ты посмотри, что творит. А, ну тут с ДД парень. Хоть и без маны.
Зачем он прилетел в них? Не знаю. Ладно, короче, я выложил. Че он хочет-то? Ну, то есть он прилетел и сдох. Руны сверху заберут. Реген. Так вот почему минус 700 у него. Да, как не очень это. Сложно было догадаться. Немножко палец это сделал, да ладно. Так, а что он последний давал? Станчик ведь? Или сосал? Станчик. Сосал. Сосал. Да, ну, сосали. Ничего, и ты сможешь так же. Я не очень хочу. Я дырки хочу. Понял. Все, он сосет, он не выигрывает. Короче, слушайте, а чё же я никак грамотно... Чё ты ТП-шку-то не забрал? Так я... А ты мне две, что ли, взял? Да и хер знает, кстати. Не, я забрал точно ТП-шку. У меня ещё одна лежит в паке. Я точно забрал ТП-шку. Ну окей, все, я себе принесу еще одну. Можем вернуть сильный оказ какой-то, чтобы я спиздил не сосалку? Давай. Сейчас разведу. Может, просто убьем его? Давай тавр. Давай тавр. Тролли раздает нормально. Вам эти грибов подбивает, нет? Не, ну он молодец, мне нравится. О, Митяй, воруй. Здорово. Самые быстрые пальцы на этом планете. На этом планете? И самый лучший русский язык, Митяй. Мы стали более хорошо одеваться. Опа, а Фурыч-то опять приехал, походу. Грустно ему. Продолжим, Митяй? Давай, то есть если я все-таки смогу, мы его убиваем. Вот он сейчас... Ты же знаешь, что делать, правильно? А, вместе полетели к звездам, то есть я не смогу второй раз. Он закурировал меня. Но надо вышку. Получается так. О! Так. Чё-то не видно. Так я, по-моему, не успевал. Ты вроде успевал, то есть на четвертый стан. Мичай, ну ладно тебе, ну чё ты 20, сразу 20, это 20, самое? 52, ну катку нам руинишь. Ну не успел, ну чё, давай теперь в суд на меня подай. Я уже пишу заявление. Ты думаешь, я с тобой шутить сюда пришел? Нет, ни в коем случае. Вот, руна сверху ДД. Так. Забрал. Да, блядь, отъебись. И тут внезапочка. Что ты думаешь? А ты что думаешь о себе? Электрик! Да, не было нести. И вот тут еще. Ой-ой-ой. Что творит этот СФчик? Я твоего Леончика убил, ладно, ничего Леончика страшного. Леончика тоже нормально. Как вам, ребят? Ребят. Все, я забираю заявку. Конечно. И сейчас вот, если бы я был бы идиотом, я бы такой взял, райт-кликом себе такой, брал бы брасер, взял бы такой Shadow Blade против Баратрума и этого самого Баунти Хантера. Такой, пацаны, нормально все сильно очень. 22 атаки, то есть ты понимаешь, что ты ваш рапира Shadow Blade, у тебя плюс 322. Ну, конечно. Так, ладно, что бы мне такое купить лучше? Можно кинжал взять? Я бы травала купил. Слушай, хорошая идея. Не знаю, я бы взял себе сразу этот догончик. Нехлохового юнита. О, я вниз пошел. У меня есть разбег, есть мана на него. У меня нет желания туда бежать. Блин, руна не там, где хотелось бы. Опа! Что она будет? Ребят. Ну, не хотят, как хотят, держи черный. Спасибо. Что он от меня хочет? Я его все равно не слышу. Просто занял всю карту. Не карту, в смысле, это. А, вот, молодец, Фурыч, Shadow Blade делает. Но у него там все это, на мази всегда. И вон нуб.
здесь я, по-моему, бессилен. На меня уже там могут вылазку делать какую-то хитрую. Не хочу. Так, на меде Баунти Гандер. Баунти Гандер на меде. А че, я давай разгонюсь на него. Давай. Хочешь, с руки его запинаю? Давай. У тебя просетка есть. Нормально. Или не. Нормально. Здорово, пацаны, алло! Два раза утонул, все, все, парни, хорошо. Of course. Короче, что-то было не так. То есть он мог прийти чуть позже. Будет в мид какой-то хаб, у меня два дизейла долгих. Через 18 секунд. То есть я в инвизе стою за ним, время у вас есть. Можно ВД просто убить? Да, не в сентрей, да. Ну ничего. Не удержался, Митяй? Не удержался. Маны на банку нету. Банка есть, маны на банку нету. А там нормально. Так, ну сверху-то урок тоже надо бы себе прибрать. Да. Опа! А вот, ребят, я со всех ног SF-ских бегу. Я, походу, закончился. Кстати, вот скажите мне такую вещь одну простую, ребят. Значит, во-первых, я иду Йоку очень быстро. Угу. Вот, а во-вторых, почему, если у SF-а нет ног, он идет, как будто бы они у него есть? В развалочку так. Да все же душа. Старые навыки. Я иду. Ага, все, я почти здесь уже. Меня флен обманул. Так, корона сверху, похоже, была. Похоже на то. Опа, ТПшки пошли. А я так-то сейчас, ну-ка. Бах! Стоп, нет уже магии больше. Да нет у тебя ничего. И бесит меня. Ну и пока, пользуясь случаем, пока всех стянули, сплит-пуш на низ, стандартный. Я думаю, ты останешься, мы их развалим. Да ну, какой там, они уже рассекретили меня, поэтому смысла мало продолжать. То есть не мешает нам развалить им кабины, нет? Да вроде как мешает как раз таки. Ну, ладно. Руна сейчас будет. Что-нибудь снизу кто-нибудь? Нет, я могу. А, снизу того оружия нету. Так, где она снизу? Иду. А, то есть, возможно. Может быть, где-то снизу будет, что-то она будет. Я рано. Будет. Да сори, психанул что-то. Так. Значит. Ага. Меня. Стандарт. Так. А, что такое? Ай, коротенькая. Нет, трека дал, парень. Конечно, тут надо собирать СФ и БКБ, но я же не такой простой, правильно? Я манту сделаю. И буду это... баловаться там. Стандартно. На меня влетают, я размантился. А может, Рошка? И враг уже не знает, кто я на самом деле, кто я настоящий. Рюс, я через 100 голды давай беру гем, и мы идем Рошка. Через 100 голды берешь гем, мы идем Рошка. Дай один койл, пожалуйста. Пожалуйста. Забрал Митяй? О, Митяй! Это... Успел убежать, ты не убежать. Митяй, так, не убежать. Хуже. Убежать. Не будет гема. Жадность, ладно. Но забрал. И денег ударил им. Так, ладно, что там? Блин, ну там, конечно, дизейблов. Манта, мне кажется, это не выход из ситуации, поэтому я лучше сделаю... Они смог нажали. С Engine Яшу себе бахну. Это не страшно. Сейчас он сдохнет, смотри снизу, потому что пишет. Так, Йоку, а, у нас тут план. Всё. Вот. Не, план внизу. Ну то мы тогда центр идем, правильно? Кто-то приходит, мы убиваем. Да, это убиваем. Так. Крип на один больше теперь выходит, это приятно.
Фак, да, будет, будет. Ага. О. Нет, мягко, мягко подходит, мягко. Так, а где руна заспавнилась? Сверху. Сверху. Я пошел. Так, будет. Блин, надо факеру как-то написать, что будет, а у меня не работает. Альтап. Альтап, факер. А, лол, что это плюто? Надо доедало собирать дальше СФу. О, ребят, нашел, нашел. По спине его свиной. Так, ну если он был на меде, значит он вряд ли будет снизу. Я взял гем. Давайте сейчас мы не обосремся, не отдадим его. Так это уж не к нам. Йок, чё возьми, по-моему, даст. Я сейчас засуну. Так, мне бы сейчас здесь не обосраться. Ну да ладно. Если чё, я не боюсь. Тебе ж хп много. Не, ну вроде как много, но это им надо сказать. Они так не считают? Ну, не все, не все. Так, вот тут Фурион атаки разные. Не, их значит мало здесь еще. Вещдоктор с даггером, ребят, такая инфа есть. Окей. Тролль покричал. Свордов у них не вижу. Можешь сюда еще напал? А, все, видно, не видно, что. Могу вот это спать. Я иду. Можно меду попробовать, брат? Так, иду, сейчас накидаю, накидаю ему сейчас. Почему я подошел? Я тоже иду. 400. Тоже этот нормально. Сперс. О! Трикулечку. Блин, да что ж такое-то? Я пошел, ребят. Не, все, все, тихо, тихо! Этот сорчит у шторма. Не сама ассистенс. Эх, ну ладно, ладно, ладно. Нормально, 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 нормально. Все по треками. Так. Покрутил топорами. Одного взяли. Угу. По трекам фраг, хорошо. А, тут еще и второй. Митяй, что творит твой Рубик? И по плану все, и гем не отдает. Все как надо. Кстати, а у Леона-то уже аганим есть. Оп. Опять, guys, сам ассистент. А он не попадает. Ой-ой-ой. Просто за всю боль нового патча Фурион раздает. На Фурионе в новом патче тут тяжело жить. Блин, но он, с другой стороны, может перестать быть постоянным Фурионом. То, я думаю, можно без кайлов. Ага, прибежал. Батридер. Так, маны не очень много, но она вроде как есть. А этого до сих пор нету там одного молодого человека. Блин, душ маловато. Ну, надо хотя бы того урок забрать. Репок добивай. О. Опа. Не, ну здесь, по-моему, полномочия заканчиваются, наверное. То есть, да, он опять нафидел этот горошу. Пойдем. Сверху сейчас чек. Да, сверху заберешь? Да, я легко. Хоста. Ой, хороший. Давай сможете. Давай. Может, ты не бросишь себя, за жопу будет стоять. Что ты, за жопу? Ну, жопу будет стоять, а ты будешь мазать. А, да не, ничего страшного. Потому что я тороплюсь в ту сторону. Все в порядке. Так, что у нас здесь? Ага, ага. Приятно с эфчиком играть. Очень приятно, я должен сказать. Так, ну что? Мне опять смоки могут быть. Митяй, ну мы вдвоем с тобой рушу не осилим. Не осилим, это твои друзей позовем. Давай. По 4 соточки. Сейчас еще прогрейжит артефакт. Вообще хорошо будет ходить.
Мягко так, как надо прям. Не, ну нам один только друг на самом деле нужен, который и впитать, если что, может и поломать рошу. Это тот, который с двумя топорами? С топорами, да. Давай, пока они все в топе. Ну, ладно, давай. Субитайдер может подхилиться сам тоже. С момчиком. С момчиком и под ультом тролля, а? Нормально? Все, мега дам, если что. Так. Значит. Он продает? Ах ты, блядь. Ну ладно, забирай, хорошо. Нет, конечно, забирай. Если хочешь проиграть, забирай. Мид, пойдемте. Пойдемте. Ну вот. Поедемте. Поедемте. Раз он с Аегисом, пускай впитывает. Вот впитывает. Ссаные баночки. Во-во-во, вот так нормально играет. Я не очень хочу подходить. Опа. Рад вам зайду. Оу. Поднял за яйки. А я на хосте. Давай. Криты работают. Тролль живет. А я-то на хосте, а ты-то нет. Ну, все. Да, ФК на базе, там уже грозился нам парень. Ну, может, за флэм припортнуть парня? Можно. Ливана, у него в муте был сразу. Так, бой с чат абуз флейм. I need flame guard принять. Да, по-моему, тортиков просто накидывать и все. Зачем? Ну, зачем вроде не поддавался. Так, ну как сказать, ты смотришь, сколько у него смертей. 7. Ну, вроде в плюс сыграл все равно. Кстати, Митяй, как ты относишься к произношению цифры 7 как 7? Плевать. Если ты говоришь фарингосепт через Э, то это печаль. Фарингосепт вот так. Так это без весит. Это через Е, фарингосепт. Ну, не суть, короче, вот фарингосепт это вот ебано, а фарингосепт заебись. Угу. Это важно. Я понял. Ну, Митяй свои заморочки. Так, ну-ка, а хорошенького Леона можно прописать? Нет, не могу. Опа, сейчас смотри. Так, а чё он не поехал-то? О! Так, алё, стой. Йоку! Я отомщу. Сейчас. Ну, подожди, дай ногу сломать. Дай сломать ногу тебе. Ну, давай, работай. Слишком быстро. Не, сейчас сломаю. Я лечу на него. Сейчас будет. Сейчас сломаю. Не сломал. Там ты его быстрее его сломаешь, чем его ногу. Оставь! Отдай! Ты, господи, как ты его не забрал. Так, короче, крит недостаточно силен. Надо рапиру себе приобретать. Так, вот это мне не нужно, это мне не нужно. Это вот купим. А, ну все, ГГ, 26. Там Митя еще. Ой, не Митя, а Факер спрашивал насчет слоца. Давайте закинем. Так, Фейкер. Фейкера закидываем. Хорошо.